Жительница Китая, возможно, 44 года, прожила с градусником в легком. При этом он не причинил ее телу никакого вреда. Во время медицинского осмотра доктора больницы в городе Хуайхуа провинции Хунань обнаружили 5-сантиметровое продолговатое инородное тело в левом легком пациентки по фамилии Лю. После того, как они сообщили об этом женщине, она сказала, что, возможно, знает, что это такое. Лю рассказала, что однажды, когда ей было 12 лет, у нее начался жар. Родители положили ей в рот термометр, чтобы измерить температуру, но она случайно его проглотила. Лю говорит, что ее семья была слишком бедной, чтобы обращаться за помощью в больницу, поэтому они решили просто забыть о случившемся. По словам пациентки, предмет оставался в ее теле 44 года и не вызывал никакого дискомфорта. Однако в последнее время ее стали беспокоить боли в грудной клетке. Врачи говорят, если термометр случайно сломается, то вытекшая ртуть может быть очень опасна для здоровья Лю. Теперь они решают, каким образом извлечь находку из тела женщины.